сделай обзор на свой Днепр. Днепр как Днепр, а точнее Ирбит как Днепр. По документам это М61, 61-го года выпуска. Ирбит и сам по себе интересный бычок, но хотелось бы мне таки привести его в порядок и немного осовременить. Что первое бросалось в глаза? Крыло переднего колеса. Заменить однозначно. Седло. Вот это с пружинками. Тоже как чекердык какой-то. Сделал новое. Лопухи на баки. Тоже долой. Руль другой поставил, немного повыше. Со временем пришел к днепровскому движку. Внедрил ФУОЗ и пока что 68-е карбюраторы. От котелков отвел прямотоки. Парами не менял ничего, хоть она и грубоватая для бездорожья, конечно. Для города вполне. Или, если по грунтовочке, гуляющей скоростью. А чтобы было где приныкать термос с сушонгом, да бутер, сварил каркас для сумок.